Я предлагаю до левого добираться, до левого, по левой стороне. И вплоть даже до падения битка в лузу, это тоже не самый плохой вариант. Одной рукой сыграл Марк. Ну, знаете, можно простить такое некоторое пижонство, что ли, потому что удар выполнен просто замечательно. Идеально два борта по касательной, но Уильямс частенько именно подобным образом играет. Несколько бортов, сложная траектория, как-то... Если получится... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Какой удар! Я таких что-то не припомню. Это какой же там был винт, что белый шар ударился в дальний борт неподалеку от лузы и отразился влево. Вот он, этот удар, ну... Ну, классно. Блестяще. Это...